Глава архиепархии Лингаенда Гупана Филиппин монсеньор Сократ Вильегас заявил, что однополые союзы не могут быть признаны церковью и запретил своим прихожанам бывать на церемониях, посвященных образованию однополых семей. Как отмечает Sun Star Manila, борьба против легализации однополых браков вышла на новый уровень. Архиепископ Вильегас настаивает на том, что однополые союзы не имеют под собой биологических и антропологических оснований. В настоящее время на Филиппинах однополые браки незаконны. Население страны составляет около 100 миллионов человек, в большинстве своем это католики. При этом представители ЛГБТ-сообщества не теряют надежды добиться изменений в Семейном кодексе. В настоящее время их инициатива рассматривается Верховным судом страны.